я бы хотел продемонстрировать, вот, как происходит строительство купольного дома при помощи 3D-принтера. Вот, вы можете видеть 3D-принтер, который в данный момент производит печать. Вот мы сейчас можем посмотреть этот слой, который был нанесен ранее. Вот еще, еще, соответственно, на пятом здесь уже, вот здесь на пятом слое уже не сбивается. То есть вы видеть можете, здесь ничего не происходит крепко, да. И вот благодаря тому, что работает жидкое стекло и другие полимеры, взаимосвязки, такая получается крепкая конструкция, которая успевает застыть до нанесения пятого слоя. Происходит печать. Вот, как видите, никого нет, кроме того человека, который отвечает за смешивание смеси. Он непрерывно подает смесь сухую, которая в смешивателе смешивается и гироторным насосом дается. И пошел печататься следующий слой. Принтер мне нравится, несложный в работе. Вот. В принципе, если соблюдать правила определенные и его обслуживать нормально, значит, это он справляется со своей задачей, все делает четко, ровно. Нам интересно любое знакомство, любое общение с человеком, заинтересованным в строительстве экологически чистого дома, сбалансированного по энергии, по теплу, соответственно, недорогого в строительстве, и скорость печати дома немаловажный аспект. То есть все хотят быстро, недорого и, как говорится, приятно для здоровья, для собственного душевного благополучия, скажем так. И этим мы заинтересовались, начали развивать этот проект. Мы строим непосредственно каскадный проект трех домов, двух малых шестиметровых и один, значит, соответственно, двухэтажный будет домик девятиметровый. Вот, общая площадь 210 квадратов плюс балкон 40 квадратных метров. Вот, все это мы вам покажем в видео. Не забывайте подписываться, это помогает нам развиваться совместно.